Всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Откуда берутся... Ну, это как-нибудь в следующий раз. Есть ли загробная жизнь? Об этом я еще не задумывалась. Вот, почему глаза у кошки светятся в темноте. Наверняка многие из вас являются счастливыми владельцами котов и кошек. Этот вопрос вас интересует. Неужели действительно в голове кошки находится какой-то источник света? Ну, например, лампочка. И как тогда кошка получает энергию для нее? Неужели кошку надо периодически подзаряжать? Конечно, нет. На самом деле глаза кошки не светятся в темноте, а лишь отражают свет от внешних источников. Когда света недостаточно, зрачок кошки широко раскрывается, чтобы пропустить внутрь глаза как можно больше света. Проходя через хрусталик, свет фокусируется на сетчатке. Это чувствительная часть глаза. Именно здесь располагаются те клетки, которые отвечают за зрение. А позади сетчатки располагается особое зеркальце. Оно называется тапетум. Это светоотражающий слой, внешне напоминающий перламутр, который наверняка многие из вас видели внутри раковин моллюсков. Отражаясь от тапетума, свет проходит в обратную сторону. И таким образом, освещенность сетчатки глаза удваивается. Это очень важно для кошек, поскольку кошки – ночные охотники, и хорошее ночное зрение дает им преимущество перед добычей. В абсолютной темноте, конечно, кошки не смогут видеть, но у них есть другие способы ориентации в пространстве. И об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Кстати, глаза светятся в темноте не только у кошек, но и у многих других животных. Цвет свечения зависит от пигмента, который находится в тапетуме. Например, у кошек глаза светятся желто-зеленым, так же, как и у пауков. А у раков и крабов глаза светятся красно-фиолетовым. А у некоторых рыб молочно-белым. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Присылайте нам свои новые вопросы. Наши ответы ждут ваших вопросов. Всем пока!